Кении найдены останки порядка 50 членов религиозной секты, лидер которой призывал приверженцев своего учения отказываться от пищи, чтобы, цитата, «встретиться с Иисусом и попасть в рай». Операция по поиску выживших и вскрытию новых захоронений в лесу Шакахола на востоке страны продолжается уже неделю. В воскресенье одну из последовательниц культа доставили в больницу в состоянии истощения. Every second that passes by. That is why we are appealing to the national government to send boots on the ground. The child belongs to the family and the community. And here, when they came here, they were tied with ropes and forced to fast for up to until they pass on. That is a big blow and a big shock to our country. What cruelty. Пастор Маккензи, возглавляющий так называемую Международную Церковь Благой Вести, сдался властям в середине апреля после того, как полиция обнаружила 4 погибших в лесу. Проповедника уже задерживали в начале года, когда СМИ распространили информацию о смерти 2 детей. Тогда Маккензи был выпущен под залог.